Очень устаю на работе, на семью времени почти нет, сил нет. Муж не разрешает уволиться. Как быть? Ну, надо, во-первых, с мужем поговорить. Я не знаю, какая у вас ситуация, сам муж работает или нет. И, может быть, вам поменять работу на какую-то другую, чтобы у вас оставались силы на семью. Или поменять отношение к работе. То есть, тоже у нас есть такая ошибка, когда мы, можно сказать, сгораем на работе. Когда мы полностью себя отдаем работе, у нас такой очень сильный перекос. И потом действительно сил на семью не остается. Вот это неправильно. Надо, чтобы мы были на работе, но когда уходим с работы, чтобы работу домой не брали, чтобы мы могли сразу успокоиться и переключиться на свою личную жизнь. Поэтому постарайтесь, может быть, спокойнее относиться к своей работе. У нас у многих есть такой синдром отличника. Нам хочется, чтобы у нас все получалось лучше всех, чтобы все было идеально, чтобы все было хорошо. И на работе это как никогда проявляется. Но это очень часто идет из-за нашей гордости. Мы хотим сделать лучше всех, потому что мы хотим, чтобы было чем гордиться. А надо спокойнее относиться. Делать свою работу хорошо, но без какого-то фанатизма. И это позволит очень сильно сэкономить силы и эмоции, чтобы у вас оставались силы на вашу семью. Потому что если не найти разумный баланс, золотую середину в этом, то потом вот такой недостаток сил, он может привести к болезням. Когда уже организм наш сам дает знак, что надо как-то поуспокоиться и по-другому относиться к тому, что происходит.